программу материнского капитала внесены существенные изменения. Это проактивное оформление сертификата, которое будет действовать с 15 апреля. Теперь право на получение семейного капитала пенсионный фонд будет определять самостоятельно, без участия граждан. После появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению его средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Сведения о рождении ребенка, дающего право на маткапитал, ПФР получит из органов ЗАГСа. При этом за капиталом люди смогут обращаться и самостоятельно. Напомним, с 1 января этого года все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен, получили право на материнский капитал в размере 466 тысяч рублей. На Ямале по решению губернатора увеличен региональный капитал. При появлении третьего ребенка семья получает 500 тысяч рублей.